воротника этого трикотажного изделия. Воротник двойной, и укоротить его нужно наполовину. От меня вот такой лайфхак. С внутренней стороны, вот он как красиво здесь сделан. Я сделаю здесь надрез. По всей окружности я отрезаю. Вот получилась вот такая длинная труба. Так как его нужно укоротить наполовину, я как раз вот по этому сгибу, который был, отрезаю эту часть. И обрабатываю на верлоке трикотажным двойным швом. Делаю подгиб, фиксирую, чтобы уже наверняка прошить в край. Этикетку нужно будет пришить вот сюда. Так у нас аккуратно получился новый ворот. Столько вот мы отрезали. Надеюсь, видео было вам полезно. Ставьте сердечки в благодарность и делитесь комментариями, как бы вы укоротили воротник в трикотажном изделии.